По традиции, в полночь россияне услышали новогоднее обращение Владимира Путина. По словам президента, он надеется, что в наступающем году, наступившем, все граждане нашей страны ощутят перемены к лучшему. С праздником россиян поздравил и Дмитрий Медведев. Новогоднее видео опубликовано в твиттере премьер-министра. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Этот праздник особенный. Пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радости от его приближения, чтобы с боем курантов в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей. Счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране. Пусть в новом году исполнятся все наши самые заветные желания. С новым 2019 годом! Пусть все будет хорошо!